Тупой. Их не точили же никогда, да? Нет. В смысле? Ну его точить, это по шее в армии получается. Это ШНС, это макет, то бишь. Но при этом он не изменен в плане заточки. То есть вот у него заточка, она у него есть. Это заводская его заточка. Пальцем вот так по лезвию. Есть заточка? Ну есть, но он все равно тупой. А, в смысле? Ну там порезать им что-нибудь, что-то такое вот. Он под это же не предназначен. Он предназначен под вот такие действия. Но это не вот эта кромка, это вот это. Резко проволоки. Вот она. Резко проволоки и проводов. А когда наоборот ставят, это неправильно, да? Когда вот этой пытаются. А он работать не будет так. Если его вот так собрать. Да. Во-первых, он так не собирается почти что. Ну, можно прячить. Ну, если при. Нет, не соберется, видишь? Ага. Не попадает вот здесь. Ага, да. То есть он изначально под это не задуман. Он собирается именно вот так. И так он становится кусачком. Угу. То есть режет проволоку, режет провода. Все. И здесь угол заточки другой совершенно. Здесь угол заточки 60 градусов. А там на основной части? Металлическую проволоку перерезать вообще огонь. Основная часть у него заточена, ну, так себе. Потому что он все-таки тоже, как и маузеровский штык, он тоже больше штык, чем нож. Только это все-таки нож. А маузеровский — это ножевидный штык. Угу.